Не боится тот, кто убегает. Человек может убежать на край света, но не способен убежать от своего прошлого. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в экзанему. В предыдущей серии мы с вами чертовски классно оделись, я прям тащусь, честно говоря, хорошо. И остановились мы перед вот этим вот опасным местом. Я предлагаю рискнуть и пройти здесь. Не знаю, может быть, так и нужно сделать, но просто дело в том, что мы нигде не нашли жетона с таким символом. Хорошо, ладно, давайте... Кстати говоря, знаете, что я увидел? Вот здесь... А, вот крутится. Смотрите, что здесь еще есть, помимо прочего. Здесь ничего сюда пока нельзя добавить. Здесь, помимо прочего, есть еще вот такие навыки. Но они, по-моему, все пустые. Да, они все пустые. Мне кажется, что вот эти навыки, что-то одно из этого будет, наверное, впоследствии регенерировать здоровье, мне так кажется. Я не уверен, на самом деле, насчет этого, но... Есть у него такое подозрение, что, допустим, ветка медитации, может быть, будет влиять, допустим, на регенерацию здоровья. Но если они это сделают, игра станет намного проще. Ладно, погнали. Главное, чтобы за этой дверью не оказались стражи. Мать твою. Я не знаю, что с ним делать. Он по-любому надерет мне задницу. Надо сражаться с ним в узком помещении. Вот здесь. Но сражаться надо. Это будет явно очень долгий бой. Один удар, и я упал. Беги, 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 беги. Так, короче, надо его где-то сейчас закрыть. Да-да-да-да-да-да, именно так. И взять в руки одноручное оружие, потому что я с ним тоже не могу сражаться в этом случае. Да, ну беги ты! Даже упадешь где-нибудь. Так плохо. Так, надо переключаться срочно на клавиши. Да ну беги ты, за что ж ты стоишь? А! Он сам себя закрыл. Слава Господи. Хорошо. Все. Так, берем в руки это. И это. И пытаемся драть ему задницу. Потихонечку. Психота. Аж двери шатаются. Ладно, придется подождать сейчас пару минут, когда он оттуда свалит. Не-не, недалеко. Просто... Его надо держаться к нему, наверное, как можно ближе. Он просто не сможет нормально меня атаковать. Он своим весом, правда, меня сможет скинуть, я в этом уверен. Ты посмотри на него. Короче. Здесь где-то. Ну давай. Да твою... Просто толкнул меня. И я отразил его удар. Великолепно. Мать твою за ногу. Мать твою. Беги. Беги ради бога. Господи, как браслет его у меня сработал.
Боже, он там... Я слышал, он там двери просто сейчас... Кошмар, что он творит. Но... Армор. Полный сет, что ли? Вы только посмотрите на это. Обалдеть. С ума сойти. Я могу его просто... Что я могу с ним сделать? Тупо одеть себя и быть максимально загруженным, да? Знаете, я сейчас стал просто, я не знаю. Я как вроде бы одел этот, господи, доспех из Кризиса. Вы поняли меня, костюм этот. И теперь я бегаю, как они. Застрял, ублюдок. Хочешь меня ударить, да не можешь, да? Ну тогда я буду тебя гладить дубинкой, пока ты не сдохнешь, падла. Вот и все. Пришел твой конец, я убью тебя в колено, подлюка. Господи, только посмотрите на него. Это же просто безысходность. Получай. Вот и все. Боже, это... Ох, матерь божья. Большой синий этот самый кристалл. Я его заберу. Единственная теперь проблема... А я могу... Через него... здесь выйти. Да... Баги в данном случае беспощадны не только ко мне. Слушайте, между прочим, обратили внимание, насколько быстро я завалил его дубинкой? Надо, наверное, все-таки использовать дубинку против них. Так, я предлагаю здесь еще походить. Слушайте, да, какой звук? Теперь мы бегаем точно так же, как они. Слушайте, но что получается? Получается, что... самого этого, как он называется, самого жетона мы не нашли на три этих самых. Так, подожди. Ладно, тогда побегаем пока так. Имеется в виду с этим самым жетоном мы не нашли. Чисто теоретически, если бы у нас был жетон, тогда мы могли бы зайти сюда и спокойно забрать доспех без всяких проблем. Это была бы наша какой-нибудь, не знаю, награда, что ли. А получается, что... Я его либо где-то пропустил, что я не знаю, что вряд ли, скорее всего. Здесь мы с вами были. А ключик-то мы не нашли. Слушай, может быть, ключик должен был быть где-то, и как раз за закрытой дверью мог находиться жетон, и тогда я мог не страдать с ним. Хотя, на самом деле, не сильно-то и пострадал. Могло быть все намного хуже. Хорошо, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю... Слушай, подожди. Очень интересно. Я смогу тебя убить быстро? Все понятно, вот теперь они бесятся. Как ты меня напугал, падла. Все-таки можно их спровоцировать, если их бить. Они просто не чувствовали ударов моего... Моего меча того, видать.
Так, я понял. Хорошо, надо от него как-то оторваться, и не знаю. О, есть одна идея. Надо попробовать сделать так, чтобы он сейчас навернулся на своем большом брате. Забежать сюда, и он сейчас споткнется об его ногу, нет? Дурак. Дурак, 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 дурак. Ой, дурак, ой, дурак. Ой, дурак. Короче, достал. Давай сражаться, скотина. Я чувствую себя более могущественным. Тихо. Нет, давай все-таки не будем. Скотина. Я просто хотел попробовать его убить. Убить, пока он стоит в бездействии. Всего-то навсего. Господи, он теперь от меня не отвяжется, да? Тихо. Обратили внимание, да, как я присел и увернулся от его удара? По-моему, это очень неплохо было. Да твою мать! Ублюдок умудряется ударить меня раньше, чем я его. Ладно, ладно, пускай будет так. Нам, по сути, туда больше не нужно, на самом деле. Нам надо другое место теперь. Но я... Смысл понятен, на самом деле. Хорошо, я предлагаю сейчас пойти поискать ключик. Если же не получится, то придется через них как-то, я не знаю, боем пробираться. Фу. В общем, я ничего не нашел. Я не нашел ни жетона с таким символом, ни ключа, ничего я не нашел. Но меня больше всего интересовал жетон-ключ. Мне кажется, что он будет за одно из вот таких вот мест. Кстати говоря, вот это место... У меня появилась просто одна идея. Вот это место, по-моему, мы отсюда начали. Если... Вот давайте пробуем просто зайти. Я надеюсь, что они... Да, видите, они не провоцируются, потому что мы отсюда начинали, действительно. И как я мог забыть? Вот если мы туда пойдем, мы вернемся на предыдущую локацию. И отсюда мы выходили, точно. Так оно, в общем-то, и было. И здесь не требовался этот жетон, соответственно. Возможно, в другом, в том последнем месте тоже, может быть, не требуется жетон. Хотя, честно говоря, не уверен. Потому что тот как раз, нас товарищ большой, он нас как раз атаковал. Скорее всего, если бы у нас был туда жетон, он бы нас не атаковал. Я не знаю, где его искать. Я облазил здесь все. Я ничего не нашел. Возможно, я просто в упор чего-то не заметил. Но! Сейчас я вам кое-что покажу. Во-первых, надо вкачать уровень, чем вот это. Последнее, что мы можем вкачать. Надо было бы щиты, конечно, покачать. Или ничего не... Ладно, пускай будет так, хорошо. Раз мы пользуемся щитом, надо было, конечно, щит качать. Ну ладно, хорошо. Смотрите, что я обнаружил. Смотрите, загруженность, видите, какая? Теперь мы берем, делаем вот так. И загруженность нулевая. И сзади у нас горит пафосная синяя лампочка. И в итоге мы теперь бегаем в этих доспехах так, словно мы голые. Шикарно. Более того, смотрите. Делаем еще вот так. Ща-ща-ща-ща-ща. Иди сюда. Вот. Да, господи, боже мой. Вот так. И наша булава начинает сверкать молнией. И в итоге мы делаем урон молнии. Это просто, просто великолепно. Да, пока я бегал, я додумался, что можно делать с этими ячейками. Ну, секундочку, у нас где-то был шлем интересный. Странный, я бы сказал. Где-то он был. Господи, его зарыл. Вот он. Здесь тоже есть какой-то, видите, какой-то сокет. Вот надо попробовать сюда запихнуть. Посмотреть, что произойдет. Так, вот так пускай лежит. Ну-ка. Вот, допустим, вот это. Ага, смотри. То
То есть в нем находится черный кристалл. Вот в чем прикол. А знаете, что еще интересно? Я уже пробовал на самом деле. Я пробовал вставлять другие кристаллы. Я пробовал вставлять зеленый, и никакого видимого эффекта это не давало. Я не знаю, может быть, если я ударю, что-то произойдет. Но есть один нюанс. Это же не работает, да? Есть один нюанс, почему я считаю, что это не работает. Потому что, когда я вставляю сюда, допустим, ничего не происходит. Даже не загорается никакая лампочка. То же самое происходит, когда я вставляю зеленый кристалл. Возможно, они еще просто не работают, я не знаю. Но синие я явно вижу, что работают. Поэтому их мы и будем, в общем-то, использовать. Вот это тут просто великолепно. Мы получаем супер броню. И минимум этого самого. Ну, вы поняли. Короче говоря, давайте сделаем еще вот так. А, стоп. А, да, все правильно. Кстати говоря, большие. Вот этот я вставить уже не могу, например. А, нет, смотри, большой могу. Ого. А вот этот? Вот этот уже не могу, да? Да, вот этот я уже не могу. То есть я могу вставить вот этот средний. Хорошо, а если я сюда вставлю средний? Ну, скорее всего, в костюм не надо вставлять средний, достаточно будет маленького. А вот в булаву, думаю, что надо вставить все-таки средний. Я считаю, что оно вроде бы разряжается, наверное, должно разряжаться. Я не знаю, честно говоря. Да, ёлки зеленые. Я не знаю, будет ли оно как-то разряжаться. Просто их нам дают довольно в немалых количествах, поэтому я думаю, что будет как-то разряжаться. Но, может быть, оно будет как-то заряжаться, и хер его знает. Не знаю. Так, секундочку, а что значит черного кристалла? Не знаю, черный кристалл очень странный. Очень. Самое интересное, что мы можем его оттуда достать. Видите, он по сути тоже не дает никаких видимых эффектов. Я не знаю, для чего он нужен, но пускай он просто лежит. Ставим то, что нам действительно помогает кое-как. Странная металлическая маска. Ну, теперь она уже, видимо, не такая странная. Теперь она больше похожа просто на металлическую маску. Хорошо. Что мы с вами сейчас будем делать? Я предлагаю пойти в последнюю комнату. У нас осталось два пути всего-навсего. Первый путь ведет нас в комнату с вот этими тремя символами. Второй путь ведет нас в закрытую дверь. Так, это, по-моему, сюда. Чтобы попасть в закрытую дверь, нам нужно найти ключ. Я пока что не знаю, где его искать, потому что я опять-таки облазил здесь все. Я не нашел ничего. Соответственно, ключ может быть только в одном месте. Он может остаться только вот здесь, за этой дверью. Поэтому я предлагаю пойти сюда. Если они на нас все-таки решат напасть, там есть одно место, в котором мы можем их закрыть. Там есть игорный зал, попробуем закрыть их там. Понял. Бежим. На самом деле мы чертовски сильными стали, но я не хочу рисковать. Я просто их закрою. Серьезно, я не знаю, где искать то, что нам нужно, поэтому я просто предлагаю закружить их вот здесь. Давай, 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 давай. Твою мать. Ладно, еще попытка. Надо ближе камеру сделать просто. Мы-то бегаем быстрее, чем они. Так, 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 так. Сейчас. Есть! Вот и сидите там до скончания веков, ублюдки. Если здесь сейчас будет как раз какой-нибудь враг, я покажу, как это дело работает. Дубинка. Я просто на самом деле пытался в таком состоянии надрать задницу вот тому голему, которого мы спровоцировали вот там, помните? Честно говоря, не получилось ему надрать задницу, но я его покусал знатно. Но я решил не продолжать. О, тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Скелет? Нет, не скелет. Ну давай. Я не думаю, что у тебя есть шансы какие-то. Ого, ого, вы посмотрите, он же... Он одет как... Я понял. Слушайте, ну у него есть шансы в таком случае. Он одет в отличные доспехи. Ну чё? Так, наша дубинка разрядилась уже. Проблема. Получи.
Все. Идеально. Ну, кстати, говорят, можно... А, ты смотри, она стала... Как-то она не так сиять стала, да? Она какая-то маленькая, что ли, стала. Из большого стала маленькая. Хорошо, предлагаю тогда А, подожди. Все правильно. Это было в броне. Вечно путаю. В дубинке вот она. Разряженная. Скорее всего, заряжаться она уже не будет. Так, тем не менее. А, нет, ты смотри, это, конечно, такой доспех, да, но он ржавый. О, зарядилось. Значит, оно заряжается все-таки. Супер! Великолепно! Просто феноменально, хорошо. Короче, я вас поздравляю. Мы стали реально мощными. Так, погодите. Однако мне кажется, что лампочка на... Имеется в виду... Лампочка. Имеется в виду, этот самый на спине горит все-таки не так ярко уже. Ну, ничего страшного. Перезарядиться можно. Самое главное. Пока что оно все еще работает. Так, подожди. Вроде он зарядился полностью, да? Я думаю, что чем мощнее, чем больше туда запихивать кристалл, тем мощнее будет выпад. Вот этот доспех меня уже явно не удивит. Да, он точно такой же. Ладно. Нет, ржавый нас вообще не интересует, но его в баню. Отличный комбинезон. Интересно. Ну, у нас, в общем-то, тоже. Ну, давайте, так сказать, черный. Мне черный больше нравится. Тихо. Ну давай, рискни здоровьем, подлюка. Тихо. Тем не менее, мне расслабляться не стоит. У меня, в общем-то, лечилок-то нету. Хорошо. А если этот урон еще им в голову прилетает, то это просто потрясно. Ага. Тихо. Их еще когда разряд бьет, видите, что с ними происходит? Они прям стопрятся на какое-то время. Да твою. Я бы на том месте уже бы умер. Но мы его просто в угол загоняем. Потому что у него со своим копьем, точнее, лебарда ничего сделать не может. Ага. Слушайте, я предлагаю вставить маленький. Мне интересно, сколько хватит маленького. И будет ли средний перезаряжаться в инвентаре. Это что же маленький, правильно? Ну да. Ну как раз пускай он, я буду наблюдать за тем, как он перезаряжается, и перезаряжается ли он вообще. Жалко только, что я не знаю, что насчет оранжевых. Оранжевые вообще как-то... Ни оранжевые, ни зеленые никакого видимого эффекта не дают. Возможно, они в принципе не работают. Вот это еще можно забрать, пускай будет. Хотя... Ладно, пусть будет. Угу. Да!
Вот оно! Вот ключ, наверное, от последнего помещения, которое мы можем сами открыть. Смотрите, перезарядилось. От последнего помещения, которое мы можем сами открыть, я так полагаю. Это теперь заряжается. Ладно. То есть, по сути, осталось обойти только это место и все, и дверь. Подожди, это подшлемник, да? Какой-нибудь, может быть, хороший? Да, хороший, между прочим. Понятно. Ну, я не думаю, что будет что-то еще лучше, чем то, что есть у нас сейчас. Так, я предлагаю здесь вот так. Смотрите, вот этот перезаряжается. Может быть, маленькие не перезаряжаются? Как вариант, ну, имеется в виду искать средние. Так, ну такое у нас уже есть. Где-то там, да. Это может даже и лучше. Отличный комбинезон нам нафиг не надо. У нас и так есть отличный комбинезон, да еще и черный. Вот штаны. Отличные леггинсы. Я думаю, что... они нам как раз подойдут. Слушайте, тут нас прям, я не знаю, одарили всякими клевыми вещами. Ты посмотри. А, по-моему, похуже немножко, да? Да. Не перезаряжается? Нет, видите, маленькие не перезаряжаются. Значит, получается, это черный кристалл, он просто не заряжен. То есть, чисто теоретически, я могу его... А, подожди, это, наверное, обычный кристалл. Обычный кристалл становится... Я понял. Слушай, так может быть, если я в эту маску вставлю любой другой кристалл? Может быть, я что-то увижу в ней? Допустим, я не хочу туда вставлять вот это, давай ставим вот этот. А я... Подожди, я не могу его одеть. Честно говоря, я рисковать даже не хочу снимать этот... самый, вы меня поняли. Доспех. Я предлагаю сделать это просто чуть-чуть позже. Это очень интересно, но я предлагаю сделать позже. Суть в том, что маску просто зарядить надо было. Да и все. Да, я там, конечно, всякого барахла таскаю просто уйму. Я, на самом деле, предлагаю здесь выгрузиться. Немножко. Раз такие дела. Вот прямо здесь. Я предлагаю оставить все вот эти вот три ключа, которые у меня есть. Все оружие. Твою мать. Это. Даже это можно ставить. Хотя нет. Это можно забрать. Тем более ставить. И это. Так, подожди. Ну это надо сделать. По-любому надо, потому что я уже начинаю запутываться немножко в этом всем. Так, что из этого хорошее? Плейт леггинсы. Вот это хорошее, это хорошее. Вот это все хорошее. Вот это уже мне, по сути, не надо будет, да? Это точно надо оставить. Нет, подожди, это же на руки. Это на руки, да. Вот это на ноги, это надо оставить. Тоже и это. Это, по сути, полный сет получается, кроме леггинсов. Да, елки-шпалки. А, подожди, вместо леггинсов я одеваю вот это. Но это не защищает полностью ноги. Вот это полностью ноги защищает. Но можно одеть что-то другое, конечно. Так, я
понял, это уже дубликаты пошли. Вот это, по сути, уже не нужно, раз у нас есть это. Кстати говоря, раз есть это, то и это не надо. И это не надо. Это тем более. Значит, можно оставить вот это. Все самое уникальное оставить. Но это надо сделать, потому что я просто уже... Я не люблю такой бардак в инвентаре. Так хоть как-то будет понятней, что к чему. Так, ну я понял, что этот перезаряжается кристалл, это понятно. Все, пускай будет так. Вот маленькие, похоже, не перезаряжаются. Так, подожди. Но. Давай еще упади из-за стула какого-то. Последняя дверь. Имеется в виду в этом месте. И ничего. Ладно. Даже никакой записки. Хотя мы там нашли записку. Здесь вообще ничего нет. Хорошо. В таком случае остается сделать последние дела. Надо попытаться теперь с помощью этого ключа открыть ту самую дверь. Последнюю, которая приведет нас, я не знаю даже куда. Боже, это так интересно. Ладно, погнали. Ну что, вы готовы? Господи, это такой волнующий момент. Это последнее место, куда мы с вами можем пойти. Вполне вероятно, что это будет просто тупик. Из чего можно сделать вывод будет, что мы с вами закончили с экзанимой, по крайней мере пока. Ну, ладно, пошли. В итоге получается, что мы за этой дверью, скажем так, гонялись всю эту локацию, скажем так. То есть мы ходили то туда, то сюда, и в итоге, по идее, мы должны были найти шестой жетон, наверное, который должен был пропустить нас через тех големов. То есть, наверное, мы где-то там его пропустили, где был тот главный голем, скажем так. Возможно, там должен был быть жетон, но я не увидел его в упор. И в итоге должен был попасть сюда, в конце уже. То есть, грубо говоря, это место финальное. Боже, я прям весь... Я не знаю... Я не могу. У меня сейчас фантазия просто лопнет от того, что я все напредставлял уже в финале. Боже, это так волнующе. Давайте возьмем вот это в руки. И здесь в итоге требовался просто глазик. Интересно. Просто глазик и просто закрытая дверь, да? Блин, я разочаровался чуть-чуть. Самую малость. Я ничего с ней сделать не могу, она не открывается ни туда, ни сюда. А в итоге локация, в общем-то, пройдена вся. Тут больше ничего нету. Мы открыли все, посмотрели все, сделали все. Единственное, что можно сделать, просто надрать задницу всем големам теперь. Но это не имеет смысла. Ну все, получается, что здесь больше ничего нету. К сожалению. Ладно. В таком случае, я думаю, что мы на этом можем пока что закончить с экзаменом. Может быть, они еще продолжат, потому что, я не знаю, я себе уже такого нафантазировал. Я хочу все это, чтобы это все было, в общем-то.
Ну, в общем, ладно, давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы еще раз схуй... А, нет, лучше не идти, потому что там этот самый сидит. Ну, имеется в виду голем, который я спровоцировал и решил не убивать. Хорошо, тогда знаете, что мы сделаем сейчас в конце? Давайте-ка. Давайте мы это... положим просто на пол. Пробуем одеть вот этот шлем. А, это просто... это маска даже. Это не шлем, нифига, это маска. Да, я думал, что они просто маску шлемом... точнее, шлем маской обозвали. Так, и вообще я ее зарядил как бы. Что-то теоретически... что-то должно было произойти, нет? Может быть, я должен зарядить ее чем-то другим? Зеленым, например. Может быть, она будет теперь видеть мне какие-то секреты? Большой, кстати говоря, использовать вообще никуда нельзя. А, о, слушай, может быть... не. Ладно. Так, одевай скорее. Потому что в этом я уязвим слишком. Так, ну маску я не могу одеть поверх этой, этого. Ну ладно, хорошо. Не знаю я, что конкретно эта маска бы мне дала. Но суть я понял, хорошо. Кристалл явно разряжается. Лучше всего его, наверное, положить. Положить тот, который средний. Ладно, знаете что? Мы недалеко. Я предлагаю сейчас по-быстрому сходить все-таки сюда. Я думаю, что... тихо. Подожди. Слушай, как-то слишком очень быстро... очень быстро этот разрядился. Чересчур быстро. И у меня больше нету никаких, кроме вот этих маленьких. Интересно. При этом я смотрю, что маленький держит больше, чем этот средний. Странно. Очень странно. Короче, да, в этот самый момент я просто пытаюсь удлинить игру, потому что я хочу, чтобы что-то еще, какую-нибудь маленькую зацепочку найти хочется. Да. Можно пробовать ему задницу надрать, кстати говоря. Но я не уверен, что стоит. Короче говоря, нет, здесь, по-моему, больше нифига нету. Тут просто была вот эта броня. И все. Ну ладно, хорошо. Я в таком случае предлагаю... угу. Ладно, пускай валяется. Я не буду ему задницу надирать. Ладно, я предлагаю на этом тогда закончить. И, может быть, мы попробуем еще пройти арену. Но с сюжетной линией пока что это, видимо, все. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось. Кстати говоря, видите, кристалл разряжается тогда, когда я бегаю на шифте. В этот момент он разряжается. Тем не менее, пока что не разрядился до конца. А этот уже зарядился. Отлично. Великолепно. Я все понял. Так, подожди. Вот так. Все, мне так нравится. Хорошо. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось. И увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем пока. Удачи!